Всем привет! Итак, сегодня мы смотрим полностью весь видеоклип, в котором девушка пытается дюймовым ударом пробить стандартный лист формата А4. Гуру ей объясняет, что нужно бить не костяшками указательного и среднего пальцев, а костяшками среднего, безымянного и мизинца, для того, чтобы достичь этого результата пробивания или разрывания листа при помощи дюймового удара. Он ей показывает, он ей это объясняет, якобы опять про какую-то энергию говорит. В конечном итоге мы сейчас с вами увидим результат после этого объяснения. Вот сейчас она опять будет пробовать, у нее сначала не получается, она прицеливается, приценивается к этому листу, и потом у нее все-таки получится пробить этот лист, вернее, разорвать его на две части. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что это совершенно не дюймовый удар, как его пытаются преподнести. Дюймовый удар, как принято его считать именно дюймовым ударом, наносится с расстояния в 3 сантиметра. А тут у нас получается, она от листа убирает руку на расстоянии, ну, как минимум сантиметров 20-25. Итак, смотрим на конечный удар. Пробила. Смотрим теперь внимательно. На какое расстояние ушла рука? Сантиметров на 20. И это был, увы, не дюймовый удар. Но результат все-таки есть. Всем удачи, пока.